нагрузка идет здесь, психологическая нагрузка, физическая. И поэтому сердечный ритм в любом случае у вас меняется. Меняется с погодой, особенно осенью и весной. Согласны? Маленькая такая коррекция сердечная. Наша чакра, она не повредит. Мудро называется лечение брадикардии. Но на самом деле, еще раз говорю, это не потому, что там есть конкретное заболевание, а просто при изменении сердечных ритмов для нормализации самочувствия рекомендовано просто регулярное выполнение такой мудры. Что же слушаем, а я рассказываю. Соединяем кулачки большим пальцем. Подушечка просто на себя. Спинку поднимаем. Располагаем указательный палец правой руки. Указательный палец правой руки под средним пальцем левой руки вниз. Палец указательный под средний палец левой руки вниз. Сделали? И дальше мы просто лесенкой соединяем пальчики. Лесенкой все пальчики соединяем, но правый мизинчик остается вверх. Еще раз. Большие пальцы соединяются. Указательный палец правой руки входит под средний палец левой руки. Вниз, сверху и вниз. Дальше пальчики соединяются лесенкой. Все лесенкой соединили сначала. И потом большой палец, мизинчик правой руки просто отставили в сторону. Опустили ручки вниз. Большие пальчики на сверху. Можно сделать на себя, но лучше другого оставить, да. Можно выполнять сидя, лежа, стоя. Дыхание, вдох, носом, выдох, вдох.
лежа, сидя, стоя, вдох носом, выдох ртом. Медленно, спокойно вдох носом. Мудра помогает при сердечной аритмии. Профилактика сердечных каких-то, так скажем, легких заболеваний. Либо замедление пульса, либо периодически его дисбаланс. Ручки держим на анахате. Один закрепили мизинчик, а один держим. Правый мизинчик.